Приветище! Это Полизака Контрабака. И сегодня мы продолжаем. Продолжаем жизнь таможенника. В общем, нам нужно сегодня прожить третий день. Его называется поездка. Давай посмотрим, что нам там предложат. Нет, новую игру мы не будем. Мы просто продолжим предыдущую. О, доброе утречко. Товарищ, нужно расчистить немного места возле почты. Поэтому сегодня вам предстоит прокатиться. Суббота, 18 апреля. Ваша задача перевести пленников в трудовой лагерь и доставить перехваченную контрабанду в отдел полиции. Ну ок. По дороге заскочите в магазин у Влада и купите инструменты для работы. Хорошо. Что еще скажешь? Все. Сначала разберемся с нашими нарушителями. Зайдите в комнату для задержанных и отведите всех пленников в полицейскую машину. Окей. В прошлой серии, точнее вчера, мы с тобой... О, Лукаш, привет. Мы с тобой задержали двух пленных. Точнее как, это же не пленные, это контрабандисты. Значит, здорово, ребят. Пришло ваше время, настала ваша участь. Смотри, тот так на меня смотрит, когда я голову вниз опускаю. Почему? А когда я на него смотрю, он голову тоже вниз опускает. Короче, неважно. Здорово, чувак. Я забираю вот этих чуваков. Он, по-моему, не возражает. Это же Росомаха, я его Росомахой называю. Значит, чувачок, ты идешь со мной. Переместись в полицейскую машину. Хопана! И он, как джин, исчез в полицейскую тачку. Вместо лампы полицейской тачки здесь. Все. Отлично. Теперь забирайте контрабанду. А, надо же на склад зайти. Подойдите к полицейской машине, откройте багажник, используйте планшет для учета груза при осмотре багажника. Хорошо. Хорошо. Вот это все надо забрать. Загрузите контрабанду непосредственно из инвентаря или переместите отдельные товары со склада. Так, значит. Вот это все хопана. А, у меня места не хватает. Да. Ладно, потащили все это к тачке. Перегрузим. Че, у нас тут даже на таможне никого нет, тачек нет. Ну и хорошо. Сегодня свободный день, видимо, выходной. Вон она наш тачил. Че сказал? Сейчас тебе как по носу щелкну. Важный такой перец на посту стоит. А ты че сказал? Он, наверное, поприветствовал меня. Так, мы видим, что контрабандисты сидят в тачке. Это хорошо. Чно, здорово. Такие лупоглазики. Значит, перекидываем сюда всю контрабанду. О, тут топор есть. Заберу его с собой. И... Нет, подожди. Похоже, вы готовы отправиться. Нет, я не готов. Я не всю контрабанду забрал. А подожди. Подожди. Может, тут и места нет в тачке? Давай посмотрим, сколько места в тачке. Есть место. Навалом его. Сейчас я всю заберу контрабанду. Подождите, не уезжайте без меня. Я еще двери сзади не закрыл. А тут пройду? О, тут дверца открывается. Я бегу, контрабанду всю возьму, хо-хо-хо-хо, и вывезу ее отсюда. Значит, жбах, тарадах, и бежим. Дверь надо закрыть, здесь все закрыть. Сидя, охраняя пустую клетку. Let's go. Это перчатки или груши, или что? А, это фонари. Я думал, боксерские перчатки надеты. Вот теперь я готов. Сейчас, положите минуточку, я еще в туалетчик заскочу. Немножечко дела свои подделаю. Знаешь, в чем прикол? То, что в этом туалете... Да встань ты с него. То, что... Да, что ж такое-то? В этом туалете нету... Как это называется? Кучи этой обычно, которая внизу там валяется. И там просто деревяшка. Ну вот, смотри, сейчас я тебе еще... Тест-драйв туалета, блин. Короче, вон, видишь, там просто деревяшка. Там нету этой ямы. Как она? Постная яма или как она там по-другому называется? Постная. Так, значит, все, я все забрал, гружу, и мы валим. И мы валим далеко-далеко. Вот ты чудно. Нравится, что когда ты сюда грузишь, тут появляются ящики, вот эти вот мешки. Ну, короче, классно все сделано, реализовано. Жду полноценную игру. Пока что мы играем с тобой в пролог. Так, ребята на месте, никто не сбежал. А, походу, мне надо подойти и сказать, что мы готовы ехать. Ага, он вообще не вдупляет, что нужно делать. Поэтому, походу, поеду я один. Радио. Какое радио? Переключим. Еее! Валенки, валенки. Эх, мои сандалики. Первая остановка — трудовой лагерь. Там нужно будет высадить заключенных. Откройте карту, чтобы посмотреть, куда ехать. А где карта? Тут двигатель. А карта-то где? А, подожди. Вот здесь, наверное, карта, да, у нас? Точно, смотри. Трудовой лагерь. А где я нахожусь? Свалка, старые развалины, инструменты у Влада, лесопилка... Погранпост. Нифига себе, мы далеко. Смотри, мы вот тут находимся. Вот наша тачка.
Ну ладно, что, поехали. А подожди, а как тачку-то завести? Как ее завести? А, о, заведите двигатель. Ё-моё, о, у меня руки появились. Тела нет, но руки есть. Что, погнали? Я чувствую себя дальнобойщиком, который перевозит груз на дальняк. О, а что будет, если я в тачку врежу? И... Оу! Смертельное несчастье, минус 500 долларов. Ё-моё! Тут еще один чувак едет. Ну я, короче, расфигачил тачку, нифига себе, это очень жестко. Но тачка в порядке, у меня просто лобаш разбит. Чувак, ты там как? Я создал тут пробку. Убирайся с дороги! Ты что, офигел? Чувак, ты как, ты жив? Тяните, обыскать тело. Ха, прикол. Давай обыскать тело, нифига нету в нем. Это что за GTA началось тут вообще? Тяните. Я его вытащил. Получается, я могу сесть на его место и, в принципе, поехать. Давай, я по-крутому уберу просто тачку с дороги. Прикольно. Вот это туловище можно как-то еще куда-нибудь утянуть? Поближе сюда, вот так вот. Все, проезжайте, я расчистил пробку. Ну, слушай, я, короче, имел в кармане 1000 баксов почти. И минус 500 у меня за то, что я чувака подбил на дороге. Так, садимся. Это все музыка, надо было переключить. Музыка странная какая-то, цыганская. Все, погнали. А, подожди, надо завести. Ага, руки положили, погнали. Let's go. Так, тихо, чуть еще одного не сбил, нафиг. Включить сирену. Сирена, это меня, наверное, пропускать будут, да? Но она бесячая, нет, давай без сирены. Что еще есть? Включить фары. Да что ж такое, это в стенку влетело, точнее в скалу. Так, быстро отошел. Я сейчас сирену врублю. Ты посмотри, а. Куда ты на меня едешь, чучело ты? Кто тебе права давал вообще? Лишить прав тем надо. Выключить сирену. Все, гоним. О, еще один бобик. Так, там у нас закрыто, что написано. Может, тут сократить можно? А, типа, в демо эта дорога закрыта. Угу. А можно как-нибудь все равно вот эти вот подвинуть и проехать? Нет, нельзя. Матрешечка моя трясется. Переживает. Какого черта вы делаете? Ты что, сзади был, что ли? Что ты тут забыл? Какого лешего ты сзади ехал? Убирайся с дороги. Сейчас я тебя вытащу с тачки, это GTA. Я полезак, как он... Смотри, он дверь закрывает, он боится меня. Капец, вот эта серия чумовая, походу, будет. Так, ладно, все, завести машину, поехали. Матрёша, давай трясись. У меня там нет пистолета, случайно? Нет, нету. Ой, я не могу вообще просто. Начало угарное. Вроде еду я правильно. Все дороги перекрыты. Поскольку это пролог, и уехать куда-то не в ту сторону я, наверное, не смогу. Та-та-та-та-та-та. Включите другую музло. Почему цыганская что-то играет? Опа-на, опа-на. О, нет, похоже, во время грозы повалило дерево. Мы не можем проехать дальше. Возьмите топор из багажника, чтобы устранить препятствие. Так, ну сейчас. А, так я же его достал. Он у меня в кармане лежит. А как мне его достать? Вот. Вот. Вот для чего нам нужен был топор. Чувак, помоги мне. Он что, свиньи перевозит? Ха! Прикол, свинюшка, привет. Как тебе тут живется? Так, ладно. У нас важная миссия. Нам нужно убрать дерево с дороги. Давай лупить. О-о-о. Доски можно забирать. Точнее, полено. Все, я все разрубил. Отлично. Возвращайтесь в машину. Путь не близкий. Спасибо, Кэп, очевидность. Электа далек. Что-то такое он сказал. Все, поехали. А как назад смотреть, нет? Зеркала вообще ничего не показывают. Неинформативные зеркала. Убрать их нафиг. Тут тоже зеркала нет. Хотя нафига оно нужно, если я там на контрабандиста буду смотреть. Чуть не влетел. Так, сзади машины проехали. Ага. Я за ними поеду. Врубим сирену и посмотрим, что будет. Там, по-моему, что-то лежало, подожди. Что-то лежало какая-то. Что это такое? Это камень или? Что-то выпало у кого-то. Да, это камень. Я думал, мешок какой-то. Эх, черт. Кстати, я не видел, чтобы у меня... А, не, мигалка есть сверху, вон она. Пиликает, ага. Ну, все хорошо. Поедем с сиреной, довезу вас как миленьких и быстренько. Как на такси полицейском. Все, мчим. Там дома какие-то есть. Сирену вырубим, все. Все равно никого нет на дороге. Разбитая
какое-то здание старинное. А, музло-то врубите. Только не цыгань, пожалуйста. О, наша славянская. Древнерусская. Что у нас здесь? Это трудовой лагерь, по-моему, да? О, мы приехали. Вот это место. Остановитесь у ворот и дайте команду о перевозке всех пленников. Затем возвращайтесь в машину. Ок. Ребята, а кому сказать-то? Самим пленным сказать? Давайте, ребят, вылазите. Отправить в трудовой лагерь. Ха, забавно. Все, я получил по $254 за каждого. Затем поезжайте в магазин у Влада и купите инструменты. Помните, нет инструментов, нет контрабанды. В смысле? Нет инструментов, нет контрабанды. А, ну логично. Без инструментов я же ничего достать не смогу. Никакую контрабанду. Все как надо. Мочим. Задним ходом надо аккуратно. Вот так вот, все. Потому что там подпер меня какой-то чиж, засранец. По кругу, если мы поедем, давай карту посмотрим. Карта, 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 карта. А я не могу карту открыть почему-то. А, на М, вот. А где машина-то? Вон едет. Нам сейчас по бездорожью надо будет сокращать. Все, я понял. Вот первый перекресток у нас здесь. Мы тут не сможем проехать, там закрыто. Чертова демо. Блин, я дико хочу поиграть в оригинальную игру. Ну, в смысле, не в демо. А полноценно. Гаражи, что ли, какие-то? Чуть-то тоже все закрыто. Нам сюда, походу. Правильно же едем? Да, точно. По бездорожью. Оффроуд начался. У меня, правда, лобаша нет, он выбит. Но не страшно. Вот здесь магазин у Влада. Как к нему подъехать грамотно? Владян! Здорово! Выходим. Мне нужны инструменты, хотя у меня они есть. У меня, вот смотри, что у меня там есть. И ножик, и вот эта штука, и вилы, и кочерга. Так, ножик надо убрать. Чё сказал? Щаляк? Или что-то другое. В общем, здорово. Мне нужно прикупить у тебя кое-что. Есть танфа. Это полицейская дубина, вроде бы как. Кирка. А чё купить? Какие инструменты-то? Инструменты. У меня вроде все есть. Ну ладно, давай танфу возьмем. Они вроде бы одинаковые. Вот. Купить. На перетаскивать что? Ага, вот. Кирка. Но у меня ледоруб есть вместо этого. Последняя остановка, отдел полиции. Туда нужно сдать контрабанду. Ок. Так, кухонный нож. У меня ножик есть вот такой. Я, он, кстати, уже сломался. Давай возьмем кухонный нож. Лом есть. Ветка нафиг не нужна. Кирка зачем? Трехзубные вилы. Ну, у меня есть обычные вилы. Ну, в принципе, вроде все. Дорожный знак. А на кой черт мне дорожный знак? Все, короче, я потратил немножечко деньжат. Полено сдать хотел ему, но оно $0 стоит. Может, я из полена что построить смогу? Спасибо, Влад, что продал мне ненужное всякое барахло. Давай покеда. Все, едем, значит, в... Куда? В отдел полиции, чтобы сдать контрабанду. Заводись, рухлить. О, там можно было водички попить. Там он рудник. Рудник. Родник. Чё ты здесь ездишь, а? Сейчас я сирену включу. Достали вы, а? Водятелы. Куда ты съезжаешь-то? Прям в меня. Ну почему так вообще? Что происходит? Мир сошел с ума. А почему нет обычного гудка? Я просто погудел на него, и все пучком. Нагазовал тут еще, смотри, напердел. Значит, там закрыто, куда ты едешь. Я тоже за ним поехал. Мне налево надо. Опа. Главное, чтобы сзади никого не было. А то я ж такой. Передком и задком разнести могу что-нибудь. Полизаки, полизаки. Еду я с контрабандой. Вот сюда? Нет. Тут строительство какое-то намечается. Подожди. Давай карту включим. Ага, вроде все правильно едем. Все, ого. Сейчас поворот направо. И доедем, куда нам нужно. Пункт назначения. Музло переключим. Это какая-то нудятина. Так, это не тот ли перекрыт? Нет, там перекрыта дорога. Озо! Приехали вроде как. Пень, разбитая тачка, да. Полицейский участок, вот. Здорово, ребят!
Хорошо. Теперь поговорите с офицером Набоковым и передайте ему контрабанду. Также он может сам забрать ее непосредственно из багажа машины. О, круто. Забери, пожалуйста. Я хотел бы сдать контрабанду. А забери сам. Чё ты? Хочешь, чтобы я все таскал тебе, да? Ленивая ты задница. Сдать контрабанду. Может, вот так вот сделаем? Контрабанда так. Ножик уберем. Полено только не сдавай, пожалуйста. Вроде не сдал полено, это хорошо. Хорошо, садись в машину и отправляйся назад. На погранпост. Подожди ты, я еще не все сделал. Вот так вот. Сколько мне за это денег дадут? Премию выпишут за такую работу. За эту разработку. Все, короче, нормальненько я подзаработал. А, знаешь, что хотел еще попробовать? Открытую вот эту дверь оставить и ехать так. Она, скорее всего, закроется. Но эксперименты никто не отменял. Так, сзади машина, по-моему, была. Ага, проехал. Все, отъезжаем. С открытой дверью пофиг. А, гляди-ка, закрылась, физика работает. Ну, круто. Это-то-то-то, валенки-сандалики. Вышел дед на речку бабку позвать. Нет, с частушками... Частушками... Фу, блин. Частушками у меня плохонько все. Че, 60, скорость 60, а у меня какая? У меня все 100. Я бы не сказал, что это 100 км в час. Вот смотри, 60 км в час сейчас у меня будет. Вот-вот 80. Вот 60. Это 60 км, серьезно? Да черепаха быстрее ползает. Оу. Так. Все, я приехал на место? Да, точно. Не узнать это место. Поздравляем, вы сегодня отлично справились. Как видите, работа не ограничивается сидением на посту. И это очень круто, между прочим. Так, тачку можешь припарковать, пожалуйста? Убери тачку. Нет, он чуть-чуть... Все должен сам делать. Сейчас я тачку припаркую, подожди. Главное тебя не сбить. Так... Черт, вообще нифига не видно. По зеркалам обычно паркуются, но... Ой, что-то сломал. Главное, чувака не задавить. Да штопанные ты носки. Это ты там что? А, я в чувака, что ли, въезжаю? Чувак, извини, я тебя не видел. Так, подожди. Сейчас мы вот так вот. Оп. И задом. Все, четко, видал, как запарковался. Милости просим. Там напержено. Та-та-та-та-та-та. Че, все, спатьки? Отлично. Этот день подошел к концу. Если понравился он, то не забывай ставить лайк и подписываться. А у нас еще осталось целых 2 дня. 2 дня обучения. Я ж тут новичок как-никак. В общем, ты знаешь, что делать, а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике. А я дрыхнуть пошел.